Тише, тише, мои хорошие. Я слушаю. Алло. Михаил Петрович? Да. Это Ирина. Вы говорили звонить, если что. Да-да. У нас стреляли. Сейчас. Так, Ирочка, дорогая, успокойтесь. Я немедленно пошлю ребят по вашему адресу. Звонить никому не надо. Лучше поезжайте в безопасное место. У вас есть куда поехать? Ну, вот, может, мне и туда ребят прислать, на всякий случай? Ага. Так, записываю. Угу. А что, уснули? Хорошо. Ир, послушай меня. Успокойся, пожалуйста. Все будет хорошо, слышишь? Давай скажи, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Все, попей чаю. Все. Сейчас, подожди. Ален, а можно Ксюша с Дениской у тебя поживут немного? Ну, пока все это не закончится. Конечно, можно. О чем ты спрашиваешь? Спасибо Ир. Тебе большое. Как вы узнали, где я живу? Надо поговорить. Ты одна? Угу. Слушай, ну похоже на обычный ключ от почтового ящика. Угу. Ты уверена, что это именно его искали в квартире? Угу. И из-за него убили этого журналиста Андрея Забродина. Просто я не понимаю, как они узнали, что этот ключ у меня теперь и так быстро. А ты кому-нибудь говорила про него? Вообще, все странно это как-то. Не смогла увидеться с Олегом. Сказали, что проверка в СИЗО. А вдруг это Игорь? Бред, конечно, какой-то, но... Пусть он у тебя побудет пару дней, ладно? И потом заберу. Лада? Лада, это ты? Тихо. Адвокат Олега Субботина приходил? Никто не приходил. Женщина, ждите. Привет.
как? Ничего. Я тебе вещи привезла. Ой, ну... Продукты. Да не надо было. Здесь задержка отдельная. Терпимо. Ты не волнуйся. Я знаю, что ты этого не делал. Мы это докажем, и ты скоро выйдешь. От банковской ячейки, может быть, от офиса. Ты должен вспомнить, от чего этот ключ. Я понятия не имею, он ничего не говорил. Подожди, он с Игорем встречался. Игорь точно должен знать, спроси у него. Я ему не верю. Почему? Сегодня он не пришел, и про ключ он знал. А когда узнал, вечером в нашей квартире все перевернули. Господи. Не волнуйся, Сами, все в порядке. Ключ я спрятала, но долго он там храниться не может. Постарайся вспомнить, пожалуйста. Может быть, Андрей что-нибудь говорил. Субботин! Время вышло. Где? Вспомни, от чего этот ключ. Как дети? Дети скучают. Ты привет им передавай, хорошо? Я передам, я тоже скучаю, Олег. Давай. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Привет. Что хотел? Устрой мне встречу с боссом. У меня есть очень важная информация. Но она только для него. Давай выкладывай, что у тебя есть. Хорошо. Давай так, я скажу боссу, а там посмотрим. Но вначале нужно выполнить одно небольшое задание. Все что угодно. Валю, девушку Забродина знаешь? Журналист ей что-то шепнул на ушко, и теперь она ходит всюду и вынюхивает. Нужно ее ликвидировать. Хорошо. Ну, все. Встреча окончена. Наконец-то объявился. Алло, Игорь. Алло. Говорит капитан Катуков. Вы знаете владельца этого телефона? Ваш номер был набран последним. Да, конечно. Я прошу вас приехать. И сказать имя, и все известные данные. Ваш знакомый погиб. Адрес диктуйте, я выезжаю. Озерная, на выезде из города. Информация подтвердила все, как я говорил. Она крыса. Подождите. Это он? Он. Грузите. Что случилось? Не справился с управлением. От него спиртом разит за километр.
Вообще непонятно, как он в таком состоянии мог ехать. Этого не может быть. Он не пил совсем ничего. Да? Михаил Петрович, рад видеть. Не ожидал. Что значит не ожидал? Своих не бросаем. Ну, как ты тут? Как условия? Держимся. Понятно. Да. Кто-то крепко тебя подставил. Ну, ничего, мы с этим разберемся, разберемся. Я что, пришел? Слушай, завтра слушание в суде начинается насчет дороги. Но мы должны туда что-то предоставить, пока не поздно. Олег, честно скажи, ты что-нибудь нарыл или нет? М? Все документы заброднены были. Он их куда-то спрятал. Куда, я не знаю. Банковская ячейка, либо что это такое? Есть ключ, он у Иры сейчас, вот она сказала. В нее стреляли, я в курсе. Как стреляли? Когда? Она что, тебе ничего не рассказала? Нет. Ну, ты не волнуйся. Сейчас уже там все нормально, я за ним приглядываю. Так что, Олеженька, пойми, чем быстрее ты вспомнишь, от чего этот ключ, тем быстрее Ирина и дети будут в безопасности. Ты меня понимаешь? Ирина, я делаю для вас торт на заказ. Впрочем, это не важно. Я бы хотела заказать у вас фрукты. Большую корзину фруктов для своих детей. Знаете, давайте отменим фрукты и давайте... я закажу у вас торт. Добавим туда открытку, напишем. Ксюша и Дениски от мамы. Нет, нет, нет. Давайте мы напишем, что... Я вас очень сильно люблю и очень-очень скучаю. Ваша мама. Это все. Доставьте это, пожалуйста, по адресу улицы Некрасова, дом 20, квартира 7. Доставьте это, пожалуйста, завтра. Хотел тебе звонить. У нас плохие новости. Адвокат твоего мужа, Игорь. Я хотела бы дать признательные показания. Это не Олег убил Дмитрия Савельева. Это сделала я. Ира, ты понимаешь, что ты говоришь? Это очень глупо. Правда, это просто очень глупо. Вы думаете, вы первый, кто решил взять вину мужа на себя, да? Вы абсолютно ничего не добьетесь, просто затянете и запутаете следствие. Это сделала я. Гражданин Савельев хотел отобрать у меня ребенка. Я взяла наградной пистолет мужа и убила Савельева. Муж хотел мне помешать, но опоздал. Ну что, Аркадий Иванович,
надеюсь, эти документы вы уже не потеряете. Обещаю. Вот и славно. Будем считать, что последний транш уже прошел. Людочка. Да-да. Принесите нам шампанского. Там в морозилке. Спасибо. Субботин, на выход! Лицом к стене. Куда? Допрос. Вперед шагай. В чем дело? Давай вперед. Шевели копытами. Кстати, жена-то твоя взяла всю вину на себя. Так что могли освободить тебя под подписку. Уже во время допроса. Если б не твой побег, конечно. Че встал? Давай, беги! Беги, я сказал! Витальевич? А? Ну ничего себе, здрасте. Здорово. А вас что, освободили, да? Ну да. Так освободили, что теперь твой шеф беглый зэк. Мне зайти можно? Да, да, конечно, заходите. Спасибо. Я что хотел спросить? Мне у тебя можно остаться на некоторое время? А, ну конечно, конечно, оставайтесь. Я один живу, у меня места много. Всегда знал, что на тебя можно рассчитывать. Дети, идите ужинать. Денис, ты ужинать будешь? Дениска разговаривать разучился. Мама говорит, что это такая болезнь. Ага. Понятно. Ну, может быть, ты хотя бы кивнешь мне, чтобы я поняла? М? Будешь? Пошли, тогда все остынет. Пойдем. Я к маме хочу. Я вообще слышал, меня отпустить должны были. Да. В
потому что ваша жена всю вину на себя взяла. Завтра будет следственный эксперимент. Час дня. Если она покажет все правильно, ее обвинят в убийстве. Если неправильно, сядет за лжесвидетельство. Такая вот перспектива. Скажите, а что, ваша жена действительно этого Савельева, ну, застрелила? Алеша, ты своей головой думай. Нас подставили. Он мертвый был, когда мы туда приехали. Понятно. Что делать будете? Что делать? А я буду крота искать в нашем отделе. А точнее, крысу. И начну я с этой Лады. Да. Да, я тоже сразу не подумал. Ждем сигнала. Прием. Михаил Петрович. Здравия желаю. Все, ребят, спасибо. Угу. Не уходит? Это же следственный эксперимент, так? Ирочка, ты пойми, я хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно, не нервничал, спокойно все рассказал, поэтому мы здесь одни. Спасибо вам большое. Да не за что. Пойдем. Проходи. Ага. Ирочка, садись в кресло, старайся успокоиться. Садись. Сейчас мы с тобой подетально вспомним этот злополучный день. Тебе сказал девку убрать, а ты смс-ки ей шлешь. Жалко? А это что? Передатчик? На место положи. Тихо! Это инсулиновая помпа, у меня диабет. Давай на выход. Давай, давай, давай! Я оденусь сначала. Пожалуйста. Тише! Тише! Тихо! Тихо. Здесь никого нет, кроме моих ребят. Понятно? Вообще, если честно, мы не ждали, что вы примчитесь к Диме сразу вдвоем. Мы ждали твоего коллега. Так это были вы. И пистолет вы. И фотографии тоже вы. Ну, не лично, конечно. Вы человека убили, чтобы Олега подставить. Савельев нам мешал просто. Чтоб два раза не ездить. Ладно. Документы где? Вернее, где
этот ящик? Я не знаю. Слушай, не надо с меня идиота делать, ладно? Валя передала тебе ключ. И что, не сказала, от чего он? А? Передала, но я не знаю, от чего. Позволь тебе не поверить. Я сейчас включу громкую связь. Угу. Детей не трогай, сволочь, не трогай детей! Мам, хочу я к маме! Ключ у нас, прием. Сволочь. Ну вот, ключ у нас. Если скажешь, где этот ящик, отпустим детей. А я не знаю, я правда не знаю. Трогайте детей, пожалуйста. Шшш! Пожалуйста. Заткнись! Да. Ладно, везите ее в порт на старый причал. Буду минут через 15. Давай. С тобой мы еще потом договорим, хорошо? Тихо, я сказал! Забавно все-таки устроен мир. Я все время думал, что с тобой не так. А потом понял, как ты конфетки таскаешь. А я вот сладкого не люблю. На него подумать не мог. Дети у него. Где они, а? Сказали, что везут кого-то в старый порт. Наверное, это Алена. Дети с ней. Что? Пошли. Пошли, пошли. Слушай, займись детьми. Пусть их отвезут в дом Росакова. Посмотрим, как запрет эта птичка. Я так и знала, что это вы. Ой, ладно, перестань. Если бы ты знала. Ну, в общем так, то, что ты засланный казачок, мы уже поняли. Но если ты расскажешь, кто твой контакт и что ты успел передать, я тебе обещаю, мы тебя убьем быстро, мучить не будем. Ну? ФСБ? Если к вечеру я не выйду на связь, вас всех повяжут. Володушка, ну ты же понимаешь, что мы все так обставим, что завтра я уже буду получать соболезнования от твоего начальства. А если ты надеешься, что Олег переживет эту ночь, то зря, зря. Да ты пойми, когда ты умрешь, я все равно узнаю, кто ты, на кого ты работаешь. Я не хочу тебя мучить, ты пойми. Ну скажи мне, пожалуйста. Хочешь на ухо? Давай. Скажи. Thank you.
знаешь, что они решат? Специально ты это сделала, устав бороться с болезнью. Или тупо передознулась. Не надо, пожалуйста. Нет. Но в любом случае, красивого некролога типа «погибло при исполнении» ты не получишь. Только не дергайся, ладно? Сядь! Здравствуйте, капитан Петров. Примите документы. Капитан, здесь такая ситуация. А можно, можно мы поедем? Вопрос жизни и смерти. Одну минуту. Сейчас поедете. Поехали, Олег. База, база. Их здесь нету. Лада! Лада! Ира! Помоги мне! Давай. Лада. Давай, давай, давай. Пульс есть, жива. Так. Помпа. Передозировка инсулина. Срочно ищи что-то сладкое в машине. Аптечка. У меня должна быть аптечка. Есть, есть. Отлично. Сейчас, смотри. Давай. Давай, глюкозный шприц. Ага. Есть. Лада. Лада. Где наши дети? Где наши дети? Лада. Куда они повезли их? Дом. Дом. Куда? Дом. Росакова. Нам нужно оказаться там раньше, чем они. Поехали. Салют, под сиденьем. Есть. Справишься? Да. Молодец. Поехали. Я даже не успела ничего сделать. Я не знаю, что я не люблю. Тише, тише, успокойся.
Итак, на чем мы остановились? Лучше сразу убей. Зачем же торопить события? Ну, пошли. Мама! Здесь! Михаил Петрович, скажите ему, чтобы опустил пистолет. Опусти. Ира. Ира, уходите. Тихо, тихо, пойдем. Жди. Разочарован? Ах ты, крыса. Тебе, кажется, нравится этого, нет? Назвали его. Это и будет твоим боевым крещением. Забавно, да, мир устроен? Конфетку хочешь? Откажусь. А нет. Свободен. Видите? Мам, пап, тут такое было. Мы заходим в подъезд, а за нами забегают двое взрослых дядей. Хватает меня. Тетя Алена закричала: «Бегите!» Я побежал, вот она села и заплакала. Мам, пап, я правда плакала. Видишь, теперь вы не остановите. Товарищ майор, вы не про этот ключ спрашивали? И что? Тихо, тихо, тихо. Собираемся, едем домой. Да? Михаил Петрович, вы арестованы по подозрению в убийстве Дмитрия Савельева, Андрея Забродина и Игоря Стрельникова. Похищение несовершеннолетних и покушение на убийство офицера ФСБ при исполнении. Какое досадное упущение, что ты осталась живой. Согласен. Да. Только у вас на меня ничего нет. Вы ничего не докажете. Ты стой, пока это залазит. И что? Вам 20 лет понадобится, чтобы проверить все ящики в городе. Видите? Пошел. Давай этого сюда. Давай, пошел. По машинам поехали. Не дергайся. Кроме этого грузим, собираемся, значит, все участки. Давай. На базу сидим. Погнали, Сань. Так, давай. По машинам, мужики, давай. Погнали. Нормально все упаковать? Да, да. База, принимай груз. А он прав, у нас ничего на него нет. Сядет только за нападение на меня и на Ирину. Остальное с рук сойдет. У нас есть ключ. Да при чем тут ключ? Я 2 года потратила на них. Этот Петр, он спецназовец, он насквозь всех видит, он не верит никому. Чтобы он мне поверил, мне пришлось дать своего отца, полковника ФСБ. Да, его вытащили потом по программе защиты свидетель. А я сдала. Нет, это не подходит. Я здесь ключ посеял 100 лет назад. А, слушай, с этими замками история была. Я еще статью писал. К ним ключи подходят к китайским ящикам почтовых. Небольших. Неважно. У нас в редакции есть один такой момент. Возил это с собой. Да? Если бы я знал, я бы ездил поаккуратнее. А? Мама, мы все
24-й. Это я заказала. Открытку выброси. Да, Ален, все, едем, жди. Пап, ты герой. И все закончилось, и... Ну, это самое, надо мне остаться. Не обижайся. Я понимаю. Приезжай скорей. Хотите, вас отвезут? Да, спасибо. Ну, вас любую точку достать. Угу. Опа. С мигалками, с мигалками. Это можно. Удачи. Ура, с мигалками. Олечка, мы тебя будем ждать. Пока. Это Олег. Скоро будет. Я пойду встречу его. Иди, иди. Все наконец-то закончилось. Все только начинается. И не снимай его больше, пожалуйста. В темноте-то сидите. А можно мы к маме и папе пойдем? Ой, солнышко, конечно, можно. Идите. Давайте, осторожнее бегите. Собираешься вообще предложение делать или нет? Собираюсь, собираюсь. Серьезно? Угу. Уже в который раз. Правда?